Еще один проект общественного бюджета – реконструкция Одесского двора на Французском бульваре – вызывает все больше вопросов. В первую очередь у местных жителей, которые возмущены тем, как сейчас проходят работы. Этот дворик, он же Марсельский сквер, находится по адресу Французский бульвар 12/1, почти напротив киностудии. И долгое время считался одним из самых аутентичных уголков бульвара. Здесь специально для детей еще в советское время был устроен настоящий детский городок с развалинами старинной крепости. Установлены качели, карусели, лавочки, уложены дорожки и, самое главное, все это располагалось в тени деревьев. Так было до недавних пор, когда по инициативе одного из депутатов городского совета был дан зеленый свет проекту общественного бюджета по реконструкции дворика, которая предполагала не только установку новых качелей, ну и укладку традиционной плитки, что самое неприятное для местных жителей – уничтожение ряда деревьев, которые, понятное дело, реконструкции мешали. Тогда же жители выступили против насильного благоустройства за 5 миллионов. Именно столько денег предусмотрено на воплощение проекта. Затем, вроде как депутату-инициатору и жителям удалось найти консенсус с тем, что рабочие не будут ничего сносить, а лишь заменят покрытие и проведут освещение. И вот несколько дней назад работы закипели. И люди с удивлением увидели, что рабочие просто срезали стоящие здесь абсолютно нормальные металлические качели, горку и прочие детские радости. Вот есть выписка из протокола заседания бюджетной комиссии о том, что провести работы с сохранением существующих зеленых насаждений и сооружений. К сожалению, в субботу, уже тут строительная команда уже недели две, в субботу начали демонтировать детский городок, качели, скамейки и горку. И, к сожалению, я им говорю, ну, если вы демонтируете, оставьте хотя бы в каком-то виде, в котором ее можно будет переместить в какой-то другой двор. Ведь куча у нас дворов, которые совершенно лишены удобств для детей, где детки могут поиграть, и они вынуждены ютиться в каких-то других местах. Вот. Но, к сожалению, я не знаю, что там получилось. Вот вы можете посмотреть, здесь они в каком-то таком разобранном уже виде. Не знаю, пригодно ли это для дальнейшего использования. На руках у людей копии документов, ответов, полученных ими от депутатов и чиновников. И везде, везде речь идет исключительно о разрешении на замену твердого покрытия с сохранением существующих на площадке сооружений, которыми, без сомнения, являлись демонтированные качели, горки и прочее оборудование, которое, к слову, было настолько фундаментально вмонтировано в основание, что благоустроители так и не смогли срезать одну из каруселей. Правда, судя по взрытому покрытию, они очень, очень старались. Конечно, реконструировать надо, но не уничтожать. То, что существует, оставить, действительно, заменить твердое покрытие. Посмотрите, речь идет о проекте только твердого покрытия. Нигде не сказано, ни в самом названии проекта, ни в решении комиссии горсовета о том, что что-то будет уничтожаться. Только с этим условием и было выдано разрешение. Давайте посмотрим даже на само разрешение, где тоже оговаривается многократно. В каждом документе четко, многократно оговаривается. Допустим, вот разрешение, которое получили от управления архитектурой и градостроением. Разрешение действует при отсутствии спорных вопросов. То есть, как только возникает спор, сразу это разрешение уже не действительно четко в самом документе написано. Спорные вопросы действительно остались. На самом деле, кроме счета, информирующего жителей о том, что здесь проводятся работы по замене твердого покрытия, нет ничего. В том смысле, что нигде не указано не только о демонтаже игрового оборудования, но и того, как после так называемой реконструкции будет выглядеть двор на Французском бульваре. Мне интересно узнать, что они здесь будут делать. Как говорят, не дай бог, они здесь дом начнут строить. Если детская площадка, это серьезное дело. Фонтанчик там для детей. А что, одни срезали, другие поставят такие же, что... Не верю пока что в это, что они здесь поставят что-то лучше, чем было. А по чесноку подозрение такое, что здесь что-то интересное для себя хотят сотворить. Что нежелательно. Жильцы дома, если соберутся, они не дадут этого сделать. Просто здесь нужно написать, что они хотят здесь делать. Вот и все. А жильцы соберутся однозначно, если увидят, что они здесь что-то рыть начнут. То, что этого ничего не останется, это понятно. И даже понятно, зачем это все делается. С моей точки зрения, зачем это делается? Когда сооружения относительно капитальные, камень, металл, их уничтожение сразу заметно. Если здесь будет действительно пластиковые, поставят 2, 3, 5, неважно, 8 пластиковых каких-то сооружений, горки, скамеечки пластиковые, в любой момент их передвигают в сторону, отодвигают, например, в одну сторону этого корпуса, вторые того, здесь строится. И на вопрос, вы же уничтожили площадку, отвечают, как уничтожили? Мы чуть-чуть сдвинули. То есть мы ничего не нарушили, мы просто чуть-чуть сдвинули. И здесь во дворе вырастает новый 2-3-секционный дом.
И да, еще несколько слов о твердом покрытии. Если это все, что здесь собираются, по крайней мере, по документам, сделать, вопрос, стоит ли это выделенных на работы 5 миллионов. И не было бы полезнее потратить такие дефицитные бюджетные средства на что-нибудь более полезное, чем закладывание плиткой сквера «Марсельский».